сегодня на обзоре аккумулятор катод экстра старт 62 ампер-часа, купленный 19.11.21 года на новый автомобиль, в кавычках новый, Volvo 850. И, короче, в магазине сказали, все нормально, ставь его на машину. Ну, поставил на зарядку, и 9 ампер максимум он сейчас потребляет, а до этого все 6. Короче, позаряжаем его. Да, продавался он, по-моему, за 3700. А как же его? Предназначение старого аккумулятора 3300. За 3300 я купил, сдал старенький Bosch S3 с Matiz. А вы слышите? А я слышу, как он кипит. Нифига себе качество. Тоже кислота проступает. Ладно, посмотрим, что там с электролитом. Силёнок даже не хватает, чтобы это все открутить. Мутный уже. Новый аккумулятор и мутный электролит. Я херею. Второй. Вообще мутный примутный. Тоже мутный. Вот такой вот он новый аккумулятор. Тоже мутный. Но видно сразу на видео, что он мутный. Конечно, тюменскую взять батарею, ну его нафиг. Взял эту. Ну, тут он более-менее светлый. Уже хоть что-то видно. Вот тут. Ну, тут вообще с масляной пленкой. Новый аккумулятор, как так? И он реально еще заряжается. Смотрите, лампочка в 3 ампера горит. Он заряжается. Я охренею. Ну-ка, сейчас посмотрим, наверное, напряжение. Сейчас вытрем сверху, чтобы никто ничего не говорил. Кстати, вот изготовитель, кому интересно. Наверное. Кислота, да, это кислота. Смотрите, как она отсюда выходит. Такой отблеск нереальный. Вот сухая бумага. Прикладываю. И вот она уже мокрая. Вот другой стороной. Сухая. И уже мокрую. Охренеть, как тут кислота выходит. Фу, да, новый аккумулятор. Давайте по напряжению. Так, это без нагрузки. Вот оно почти заряженное. 14.8, где-то еще чуть-чуть осталось все подзарядить и все. Под нагрузкой чуть позже покажу. Знаете, давай-ка я покажу вам без под нагрузкой. Сразу нормально только клемму закреплю минусовую. Без нагрузки. Вот сколько это? 13.9.
Нет, даже меньше. 13.75. И сейчас под нагрузкой. Раз, два, три. 11.2, 10.8. А вилка вообще даже не разогрелась. Я офигею, как так? Как так-то? Ладно, сейчас еще подзарядим и ставим на машину. Но то, что вот эта так кислота выходит, я Васик. Это ненормально. И пошла зарядка. Я 6 ампер только ограничил. Ну-ка. Может весь 18 потреблять. Вот хорошо. Если кому просто 18 сразу не берет, то фигово у него с зарядом будет. Осталось только его зависеть. Что, ребят, я вам скажу, прошел час, я успел поесть, а он также и не это самое, и не зарядился. Ладно, на этом оставим.